Всем большой привет! Вот такая вот очень яркая коробочка Total Look была заказана мною. Успела. Сейчас, мне кажется, все сложнее и сложнее заказывать эти коробочки красоты от Glambox. Они идут в ограниченных тиражах. Ну, или, наверное, всегда так было. Просто раньше я за ними не охотилась. Вот. Кстати, маникюр практически под коробочку получился. Давайте посмотрим, что же нам положили в эту коробку. Мне, кстати, очень-очень дизайн понравился. Смотрите, она чуть больше, чем стандартные коробочки. Вот, и здесь вот на магнитике вот так круто открывается сама коробка. Вот точно буду в каких-нибудь целях использовать. Спасибо, кстати, я спрашивала в прошлом видео, каким образом вы используете коробочки. Очень многие мне подали всякие разные интересные идеи. Так. Раскрываем бантик. Стандартное такое вот симпатичное оформление. Так, я, наверное, сделаю вот таким образом, чтобы нам все было видно. На этот раз обошлись не просто открыточкой, но нам вложили буклетик. С одной стороны, но действительно, букет вам, ой, простите, буклет вам понадобится буквально один раз, вот пока вы пользуетесь этими средствами, потом он вам не нужен. Но, тем не менее, почему-то очень приятно получать вот эти небольшие буклетики. Наверное, это что-то из прошлого, когда, знаете, вот эти, ну или ассоциации с каталожными какими-то товарами, не знаю. Что же у нас в самой коробке? Буду, наверное, так, это у нас будет как в виде подсказки на всякий случай, если я что-то забуду. Будем откладывать все в стороночку. Что у нас вот здесь? Первое, что я достаю, это гелевые подушечки для области глаз против отеков и признаков у старости марка Шерри. Я так понимаю, что... Или Шерри, да, наверное. На самом деле много где есть представленная вот эта марка. Вот от нее же у нас стартер-тонер. Тоже он такой для всех типов кожи. Королевская улитка. Вот, кстати, по поводу улитки я достаточно аккуратна, потому что помню, как-то у меня, кажется, на маску улиточную у меня была неоднозначная реакция. Я после этого ни разу не пробовала улиточные средства. Вот, поэкспериментируем. Надеюсь, эксперимент закончится удачно для меня. Термальная вода от Авена. У меня, кстати, не сухо, ой, господи, не жирная кожа, не склонная к жирности, только иногда летом Т-зона может, даже не то чтобы жирниться, но как бы, в общем-то, она там не особо-то и сухая, да, и у меня есть возможность пользоваться только летом пудровыми средствами и в том числе, наверное, термальными водами, потому что термальные воды априори немного подсушивают сами по себе, тоже имейте в виду, далеко не всем подойдет термальная вода. Есть увлажняющие водички, но это другая история. Так, La Roche-Posay. Тут у нас 15 мл корректирующего крема. Я начитала, что он там просто и противозакупоривающий, и как-то он там и ниацинамид там присутствует. Это он антивоспалительный, по идее. Вот это у нас увлажняющий крем от Uriage. Тоже достаточно хороший такой объем получается. 15 миллилитров, ну прям прилично. Так, вот такое классное средство от Clarins. Scrub Exfoliant. Он матирующий. Мне кажется, вот сейчас вот надо им пользоваться. Но у меня там есть кое-что. Может, отложу до следующего лета, не знаю. Вот, собственно, наверное, вот это один из продуктов, ради которого я заказывала именно эту коробочку. Коробочек было две на выбор. Вот, и второй момент, почему я не стала заказывать вторую коробку, наличие туши. У меня сейчас туши в запасе, ну, не одна, поэтому я решила, что туши мне пока не надо. Вот, закажу лучше что-нибудь с другими продуктами. Вот, наконец-то я попробую масло для душа от L'Occitane. А еще второй интересный продукт, это BB-крем от Erborian. Я его ни разу не пробовала. Тут небольшой, ну, как, 5 миллилитров, мне кажется, очень даже хороший объем. С учетом того, что я практически не пользуюсь тональными средствами, мне этого
средства очень надолго хватит. Я обычно вскрываю какой-нибудь пробник и растягиваю это удовольствие. Ну вот в последнее время как-то так. Мне пока не хочется. Может быть, со временем снова вернусь к тональным средствам. Вот еще одна тональная от Givenchy. Вроде как даже не очень темного оттенка. Какой-то бальзам тонирующий, тинтующий. То, что прям надо. Так, еще один BB. Только этот идет в другом оттенке. Мне кажется, просто шикарно. Хоть это и всего лишь пробнички. Вот именно вот этих средств вот в таком количестве мне будет вполне. Так, это у нас Body Milk. Да? Бальзам для тела. Вот он от Beauty Fik. Да? Да. Так, это у нас средство после солнца, кажется. Ну, такой бальзам успокаивающий считается. Что еще? Вот такое вот средство от Литуаль, удаляющее кутикулу. Но на самом деле оно, я так поняла, что оно просто больше смягчает, чем удаляет. Но в инструкции указано, что не держать более 5 минут на кутикуле. Так, ну вот этот филлер мы с вами уже видели не раз. У меня уже, по-моему, третий. И я все еще не прошла курс. Может быть, это будет знаком. Ну вот, может, после лета, после солнца будет смысл восстановить все свои волосы. Вернуть им влагу. Это у нас получается аромат от Вильгельм Парфюмера. И на самом деле, наверное, многие так уже знают, это наша отечественная марка, просто у нее очень классный такой маркетинговый, да, ход. Вот, везде там указано Нью-Йорк, но нет. Это наша отечественная парфюмерия. Там 2 миллилитра. Аромат Дарлинг Ники. Простите, что я так его во все стороны, мне кажется, провертела. Он у нас немного просальтировал тут. Еще очень классное средство, которое, мне кажется, оправдывает часть стоимости коробочки. Коробочка стоила 1700, кажется, 1750, возможно. Вот, это средство от Элемис. Так, и здесь у нас 20 грамм. Это бальзам для умывания и очищения. Я вот не знаю, насколько хорошо оно снимает макияж. Я так понимаю, оно что-то среднее между гидрофильным маслом, да, и бальзамом. Будет очень интересно попробовать. Так, и последнее это у нас Адерма. И здесь, по-моему, тоже увлажняющий крем 5 мл. Рич крем. Ну, вот значит, он да, он супер увлажняющий, скорее всего. Или даже питающий. Так, и вот уже вот как-то в традиции у них вот такие вот масочки мы получаем от марки Superfood. Я, если честно, так еще ни одну не попробовала. Но мне очень нравятся составы в них. Но отсутствие, скажем так, спирта в этих составах мне импонирует. Вот. И еще у нас тут, конечно, в коробочках куча всяких карточек на скидки. Вот в Молекуле. Ну, я там, если честно, ничего не заказываю. В Локситан можно тут скидочку получить. Вы помните, раньше, на самом деле, очень часто рассылка была от Локситан, что покупаете на 4000, 1000 в подарок. Мне кажется, даже раньше можно было на 3000 купить товара, и 1000 была скидка, если я не ошибаюсь. Такая же вот скидка предлагается от марки Эрбориан. Вот. При покупке от 4000, 4000 в подарок, и в подарок еще вот такие две миниатюрки средств. Мне кажется, очень даже шикарный набор. Он прям вот такой добротненький получился. Как вы считаете? Мне прям понравилось. И сама коробочка симпатичная. Да, она, конечно, получается подороже, но здесь и товары более премиального класса, люксового класса, ладно, скажем так, да, вот Элемис, дорогая марка, Локситан, Клоранс, тут прям большой объем получается,
Аромат этот, он не 3 копейки стоит. Он, кстати, какой-то древесный больше. Пряный и древесный, судя по описанию. Авена, она не супер дорогая, но объем хороший, термальной воды в целом. В общем-то, я коробочкой довольна. Наверное, обратили внимание, что освещение изменилось. Концовку видео записываю уже вечером. Брала себе несколько выходных, вот, чтобы насладиться просто вот этим вот скоротечным летом. Вот, поэтому, если интересно, вставлю несколько эпизодов по поводу того, как я провожу свои выходные, отпускные, можно так выразиться. Я посетила, скажем так, кинопоказ под открытым небом в пространстве Новая Голландия. Это был мультфильм Миядзаки, это его последнее творение «Ветер крепчает». Вот именно его я, кстати, ранее не видела, было очень атмосферно и приятно. И еще я успела съездить в Ырицу, очень замечательное место. Если когда-нибудь будете здесь подольше, в Петербурге, то я бы тоже рекомендовала. Там очень красивая река Оридиш, и помимо там находится очень-очень уютный такой, вы знаете, вот какой-то он особенный храм Серафима Вырицкого. Он находится среди елей, деревянный, и очень такое вот милое место. Вот, я не супер религиозный человек, но именно там мне как-то вот приятно находиться. Вот. А на этом прощаюсь с вами. Всем пока-пока и до новых встреч!